с одной из посылок за пределы России, отправленной с видеотренингами «Раскрытый чакр», произошла задержка на линии почтовой пересылки. От места отправления до места, где происходит экспорт в другую страну, 4 почтовых пункта регистрации. И на втором пункте неожиданно возникла проблема. После обращения в это почтовое отделение все вопросы, страх и опасения работников были решены, и посылка отправилась вновь. Страх – это защитная реакция. Проявление страха – это одна из функций приспособления человека к окружающей реальности. В природе в ответ на страх происходит мобилизация защитных систем, и животное получает возможность быстро адаптироваться в угрожающей ситуации. В социуме необходимость соблюдения правил общежития также является потенциальным источником страха. Но в общем случае это нормально. Это механизм приспособления. Сейчас важно обратить ваше внимание на то, что постоянное преобладание эмоций страха среди других эмоций свидетельствует о недостаточности энергии первой чакры. Если вы часто испытываете страх, когда реальной угрозы нет, если вам кажется, что события повернутся так, что обязательно случится что-то плохое, это свидетельствует о недостаточности энергетики первой чакры. И этого следует избегать, потому что дисбаланс в энергетике чакр приводит не только к внутренним проблемам в теле человека, но и изменяет рисунок событий, в которые вовлекается человек. Здесь следует добавить о том, что в диаграмме тестирования чакр этой женщины, в диаграмме, которую она прислала мне, первая чакра имела самую низкую энергетику. Выше приведенный пример с задержкой посылки позволяет увидеть, как энергетика первой чакры в данном примере контролировала продвижение посылки. Рисунок событий и разнообразие ситуаций, которые могут контролироваться, изменяться под действием энергетики первой чакры, поражает воображение человека, впервые столкнувшегося с данным фактом. Все мы обладаем разной энергетикой, и не исключено, что ваша энергетика столь сильна, что ваши эмоции страха буквально пеленают всю окружающую реальность, изменяя при этом рисунок событий не только в вашем городе, но и далеко за его пределами, потому что для мыслеобразов нет расстояния. А это может не позволять достигнуть вам состояния успеха, процветания, хорошего здоровья, и просто лишает многих радости жизни. Я видел причины задержки посылки, поскольку диаграмма тестирования явно на это указывала. Но женщины, заказавшие видеотренинги по активизации энергии чакр, открытия чакр, я сообщил лишь о том, что посылка просто задерживается, чтобы она оставалась в состоянии наибольшего спокойствия. В ответ от нее пришло письмо. Здравствуйте. Спасибо вам за помощь. Я примерно понимаю, что произошло и почему. Поэтому была спокойна по поводу получения посылки. Позавчера я обнаружила причину, по которой я отказывалась неосознанно получать что-либо поддерживающее меня, мое пробуждение. Это осознание было для меня шокирующим. Понять, что я всю жизнь сама же себя удерживала и ограничивала во всем, было не очень легко, но это дало мне еще раз увидеть, как наши убеждения выстраивают картину мира. Ваши тренинги очень хорошее подспорье для идущих. Без них мне было бы сложнее понимать общую картину жизни. Спасибо. Мира. Мой ответ. Очень рад, что вы движетесь к освобождению от оков плоти. Здесь следует заметить не тело, а плоти, в религиозном толковании этого слова, то есть чувство, душа, ум. Да, после того, как трек-код отправленной посылки не появился в интернет на четвертый день, я увидел,
что вы способны на тонком уровне управлять информационным рисунком событий, в который затем сами и вовлекаетесь. Вы можете помнить о том, что как только вы освоите умение проявлять волю Создателя в вашей жизни, вы обретете твердую опору на пути к вашему пробуждению. С уважением, Сергей Корнилов.